Право, Малкин должен замах, возвращение. Читаемая на Кросби. Завязывается борьба. Шайба подобрана, но не выкинута. Опасный момент. Нет, Холби там перекрыл весь низ. Кросби возвращает шайбу на периметр. Переброс через ворота. Выброс на Ританга. Малкину. Все мягко, аккуратно, без обострений пока. А вот так вот Зукер решил удивить. Очень классный пас под Кросби, который ждал на дальней. Малкин должен замах, может скистить. И он так делает. Но шайба застревает. Еще один, и все-таки шайба в воротах. Гол. Наконец-то пингвины реализовали большинство, но они начали бросать. Они закрепились в зоне, о чем мы и говорили. И они, наконец, начали бросать по воротам столичных. И Малкин, да, я так понимаю, Малкин. У него гол записан. Да, совершенно верно. У него было за последние две игры 6 результативных передач. Но с голами как-то не задается в последних 5 встречах ни одного. Вот сейчас, что называется, вспомнил и про такую вещь, как заброшенные шайбы. Ну, да, вторая попытка вот броска ему предоставилась, и он ей воспользовался. Очень удачно шайба из толпы и выглянул и сразу же пальнул. Да, и увидел просто открытый угол у Холби в его своре, и именно туда направил шайбу. Хороший гол для Малкина, мы порадуемся, естественно, за Женю. 22-я шайба. Да, порванным крюком, особенно когда ты забиваешь, видишь, у него лента порвана, и он ее даже не пытается перематывать, я так понимаю. Может быть, еще не заметил, хотя он после забитой шайбы посмотрел на крюк свой. Ну, может быть, думает, что ничего страшного. Другая сторона.